Для двух детенышей белого медведя командора Седова выбирают имена. Сафари-парк Геленджика объявил конкурс и сейчас в соцсетях принимают варианты для маленьких медвежат. О помощи просят и красноярцев. Предпочтительно, чтобы они были связаны с Арктикой или родиной их мамы Сережки, которая приехала на юг с острова Новая Земля. Напомню, медвежат родились в конце прошлого года. Мать сразу же отказалась вскармливать малышей, поэтому зоологи сейчас проводят уникальную работу по выхаживанию зверят. Для этого некоторые сотрудники вынуждены оставаться на ночные дежурства. На днях малышей впервые вывели на прогулку. Чувствуют они себя замечательно. Для успешной адаптации к условиям зоопарка в ближайший год медвежата будут расти вместе. В этом возрасте малыши уже настороженно относятся к посторонним. У нас же проблема находиться рядом с посторонними, потому что они ко всем лезут обниматься, целоваться. Вот, возможно, у всех еще чего-нибудь поесть, даже если сыты, или шнурки развязать, например. Наши белые медвежата подрастут, а дальнейшую их судьбу уже будет определять руководство нашего парка и Красноярского парка Роев Ручей, которые являются владельцем отца.